И бежал я на букву Е. Представляешь? На букву Е. Все, нормально. Сейчас мы их отстреляем. Во, нормально, нормально. Все хорошо. Есть. Так, бежим. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей и продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. Заходим в домик мой, квартирку и забираем все, что у нас здесь нафармилось. Бинты и патроны. Также есть у меня вот большой дом, я купил. И здесь также есть патрончики, бинты и редекс. Редекс. Это вроде бы как от радиации. Так, ну у нас здесь есть задание. Мы идем сейчас до Люка. Что-то Люк нам хочет сказать. А, кто-то поджег ферму. Наверное, это дело рук бандитов. Вся работа на смарку. А ты не можешь сходить туда, потушить огонь и проверить, какой урон причинен? Да, конечно, могу. Огонь, огонь. Так, заходим. А, где? А, вот идем на ферму. Сейчас посмотрим. А, смотри, свора зомби-собака. Случайная встреча. Избежать или встретиться? Нет, давай, конечно же, встретиться. Встретимся, посмотрим. У нас же есть оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, давай. Подожди, в смысле? Ой, я не на ту кнопку нажимаю. Блин, быстрее. Короче, фишка в том, что я нажимал не на ту кнопку. И бежал я на букву Е. Представляешь? На букву Е. Все, нормально. Сейчас мы их отстреляем. Во, нормально, нормально. Все хорошо. Есть. Так, бежим вперед, бежим назад. Есть. Все, три собачки осталось. Меняем оружие. Давай. Опа. Кусок кожи у нас есть. Пёска. Все, готово. Фух. Так, здесь должен быть сейф. Где-то здесь должен стоять сейф. Сейчас посмотрим. Не, нет, нету. Где-то должен быть, слушай. Какая-то плюшка должна быть все-таки, не знаю. Не просто так же я их тут стрелял, тут убивал. Нет, походу, просто так. Свора собак нам ничего не дает. Ну, кожу дала одна собака и все, в принципе. Так что смысла большого нет. Идем дальше, на ферму. Вот мы на ферме. А, вот смотри, видишь, пожар у нас. Потушите огонь за домом. Вот, берем ведро. Набираем воду. А, возьмите... господи, подожди. А, у нас здесь еще вот есть такое вот книжки. Книжки мы сейчас быстренько используем. Но я хочу узнать, действительно ли это нам что-то дает. Допустим, огнестрельное оружие 44. А, да, 147 теперь. Урон от оружия 147. Используем. И еще хотел использовать карту сокровищ Спрингфилда. Все. Берем ведро. И давай начерпнем. Начерпнем, то есть. И тужим. Еще. Вот, хорошо. Уничтожьте зомбаков. Ёлки-палки. Да в смысле, кто там еще стреляет? Алло. Блин, давай сейчас они подойдут сюда, мы сейчас это выстрелим. Этот самый. Бочку. Да ё-моё, отрывайся. Вон, видишь, стреляющий гад. Давай их сюда подведем. И здесь взорвем. Да ё-моё, ещё перезарем. Так, давай сразу же. Ведро уберем отсюда. Возьмем. Вот так сделаем. Ух ты, прям мне в голову. Ты ему
мутант, а? Мутантище. Не хватило мне на полностью на тебя потратить. Я за ножом зайти, нет? А зачем? Все. Бомбарьё. Их очень много было. Прям реально много. Потушите пожар в сарае. Все, выполнили миссию. Так, хорошо. Что у нас там? Где? Какой? А, нифига, мы тут дофига будем тушить. Огонь. Отмычка. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Все, открываем. 700 монет. Патрончики. Золотые монеты. Слушай, давай этот сразу. Ведерко берем. Так, вот у нас есть колодец. Где? Вот здесь надо тушить, да? Ага. Есть, потушили. Еще надо немножко. Тушим. Ой, куда? Сюда. Еще. Надо еще машину потушить. Какую машину? Вот, еще давай, еще водичку. Кто-то поджег. Бандиты, что ли? Все. А зомби наступают, отправь их в могилу. Так, стоп, стопе. Сразу меняем оружие сюда. Так, а что у нас здесь? А, у нас умения, да, можно улучшить. Так, бесплатных два умения. Что же улучшим-то, а? Давай, естественно, защиту увеличим. Вот, хорошо. Чтоб нас не так быстро убивали. О, пески. Есть. Да, ё-моё. На, готово. Один удар-то какой-то небольшой остался. Так, меняем оружие. Перезарядка. Так, больше никого нет, собачек. Раз, два, три, четыре. Ой, где, кто? Да ё-моё, вот эти харькуны меня достали, а. Раз, два, мимо. Три. Ё-моё, где я застрял? А, давай пока они все подойдут сюда, мы сейчас их взорвем. Бочкой вот это. Конечно. Подходите поближе. Вот, есть, все взорвались, гады. Все померли. Так, что там еще у нас? Машина горит. Потушите машину. Какая еще машина? Возьмите ведро в руки. Конечно. Хорошо. Так, где у нас? Ух ты, это что такое? Бензинчик. Бензинчик. Вон оно что. Вон, видишь, смотри. Бензинчик лежит. Фагли. Фагли Касолини. Вот, понятно все. Понятно. Кто-то бензином прям поджигал. Смотри. Офигеть просто. Так, машину еще нужно тушить. Два раза тушим. Офигеть. Кто-то реально это все поджег. Так, уничтожите зомбаков. Подожди, стоп. Стоп. Меняем сразу вот так вот. Все. Пески бегут. Все, готово. Я сказал, готово. Давай. Все. Песочка готова. Так, обочек у меня больше, к сожалению, нету. Придется мне как-то вас убивать, не знаю как. А ну-ка, пойдем сюда, сейчас посмотрю. У нас костер там еще, да? Вот, видишь, канистры валяются, конечно. Канистры дофига. Понятно. Кто там что поджигал? Во. А ну-ка, дом. Дом не открывается, нет? Ладно, ждем зомбаков, вот этих всех. Блин, здесь нельзя никак не прыгнуть, не перепрыгнуть. А здесь тоже все закрыто. Ладно, ждем. Пускай зомбаки сейчас подходят. И мы сейчас их всех подзорвем. Ну не всех, всех не получилось, ну ладно. Вон, смотри, тетечка бежит. Девочка эта школа. Нафига. Быстренько сейчас. Перезарядку делаем. О, есть, готово. А ну-ка. О, кашляет. What the fuck? Что за черт? Что ж, значит, это не похоже на несчастный случай. Ну, я и увидел этих канистры. Кому-то очень хотелось поджечь эту ферму, но почему? Почему?
Не знаю. Миссия завершена. Огонь, огонь. Ну, такая вот интересная миссия сегодня. Непонятная. А ну-ка, у нас больше ничего не осталось интересного. Ничего? Так, тут ничего пусто. Вроде бы еще что-то горело. Нет, я же все, да, потушил. Вот они, видишь, канистры лежат с бензиком. Так, а здесь тоже ничего интересного нет. Ладно, возвращаемся в город. А это что у нас такое? А, это что? Карта сокровищ. Ладно, карта сокровищ попозже зайду. А, случайная встреча, полчища... полчища зомби. Ну, давай... давай нажмем избежать. Попробуем. Поражение. А, избежать не получилось. А, ну зато сейф есть. Ну, за один сейф, что у нас есть, то хорошо. Ой-ой-ой, прям смотри, зомбак прям рядом со мной стоял. О, он даже меня ранил. Давай быстрее беги, чувак. Раз. А ну-ка. Вот этого я смогу сразу убить, нет? Нифига. Заключенок. А чё он такой сильный-то, а? Вот этих-то я с одного удара. Сейчас заправимся сразу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, сейчас быстренько сюда бежим. Получается у нас. Здоровье 121. Ух ты, тихо-тихо. Ух ты, критический удар, он сразу отрубился. О. Сейчас меняем оружие. Все, готово. Готово, ребят, отдыхайте. И у нас здесь есть сейфик такой вот, подарочек. Раз, два, три, четыре, пять. Все открыли. 730 монет серебряных. Бобы. А, и еще бобы. И три бобы. Четыре бобы. Еще и нифига сколько бобов мне дали. Все, идем домой. Идем домой. Так, секунду, секунду. А, сразу заберу монетки. Все. Тут у меня еще колесо счастья, крутанем. Что у нас там выпадет? А, перезарядка на 10% быстрее. 30 минут, круто. Так, идем сразу сюда. Идем до люка. Так, давай, побежали, быстрей. Что нам люк скажет? Как это выглядит? Да все я сделал, нормально. А, спасибо, что потушил пожар, ферма уничтожена. Так что мы опять остались без еды. Опять остались без еды? В смысле? Ё-моё. Мэр, что ты хочешь сказать мне, мэр? Быстрее к мэру. Привет, мэр. А, отлично, ты тут. У нас тут возникла особая ситуация. Какая еще ситуация, мэр? Подожди. Давай. Не задавай лишних вопросов. Просто избавься от пакета, который я тебе передам. Хорошо. Труп? Фига себе. Избавиться от... А избавиться от трупа? Ты что, не знаешь об этом, нет? Фига ты не знаешь. А ну-ка, быстренько к торговцу идем. О-о-о, вот эту канитель я куплю, книжечки пригодятся. А так, журнал о природе. У меня путешественник. Нет, мне это не надо, мне это не интересно. Так, и в рюкзаке у меня вот это вот кое-что тебе есть продать. Продаем. О-о-о, ведро можно продать его, прикинь. Давай, продадим. Продать ведро, да. В сундуке у меня тут ничего интересного нету. А, знаешь что, подожди, не так это делается. Это делается не так. Сейчас мы идем до другого торговца. Посмотрим, что у него там. Что у него тут есть интересное. У него тут ничего интересного нету, так что ладно. Мы делаем по-другому. Книжки мы используем сразу. Целительство. Затем. Что здесь такое? Редекс, устойчивость к радиации. Нет, мы это сейчас ему отдадим, продадим. Так, давай, пожалуйста, забирай. Бобы. Бобы тоже я продам. Оставлю себе одну баночку. Вот это что у нас такое? Патроны тоже отдадим. Не надо. Вот эти тоже продадим. Они мне не нужны. Это улучшенные патроны. Ладно, пускай здесь побудут немножко. Ну все, в принципе, нормально здесь.
Аника, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.